Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Вы добрый человек, любящий супруг, хороший родитель. Но достаточно ли этого для Бога? Писание говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Сегодня эти слова апостола звучат как вызов. Стать святыми во всех поступках. Реально ли это? Возможно ли такое послушание верующих Божьим заповедям? Если да, как этого достичь? Каким должен быть первый шаг? Продолжаем цикл передач под названием «Будьте святы. Заповедь и девиз». Сегодня для вас звучит заключительная передача нашего цикла и его тема «Святость как образ жизни». Последняя наша тема в размышлениях о святости звучит так. Святость как образ жизни. Что это дает? В поле зрения сегодня у нас будет три стиха из Библии. Первый из них — 1 Петра 1:15, который мы уже, наверное, запомнили наизусть. «По примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках». В новом переводе это звучит так. «Будьте святы во всем, что бы вы ни делали». Второй стих из первого послания Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И третье место Писания Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Наша цель сегодня — понять, во свете Писания, какие возможности открываются человеку, избравшему святость или стремление к святости образом жизни? В первом из приведенных стихов мы имеем призыв к святости во всех поступках или же во всем, что бы мы ни делали. А в следующей цитате объяснение, почему это так важно, для чего Богу нужен святой народ. У этих людей предназначение – возвещать совершенство призвавшего среди окружающего их мира. А последний стих говорит о том, что святость открывает возможность увидеть Господа. Как прекрасно осознавать, что с самого начала Бог задумал уподобить нас своему Сыну Иисусу Христу.
И Он объявил об этом во всеуслышание в момент сотворения. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» — Бытие 1.26. Из всего творения только люди созданы по образу Божию. Подобно Ему, мы существа духовные, наш дух бессмертен, и он переживет наше тело. Как и он, мы обладаем разумом, способны мыслить, рассуждать, принимать решения, творить, проблемы решать. Кроме того, у нас есть нравственное самосознание. Мы можем отличать хорошее от плохого. Подобно ему, мы существа социальные, умеющие любить и принимать любовь. И это далеко не полный список подобия. Однако это подобие его в нас очень искажено и разрушено грехом. Бог послал Иисуса в мир для того, чтобы Он восстановил в нас тот изначальный образ, который мы утратили. На что же похож образ и подобие Божие? На Христа Иисуса, конечно же. В Библии сказано, что Иисус есть образ Бога невидимого. Колоссянам 1:15. Глядя на детей, подмечая в них семейное сходство, люди нередко восклицают: «Ну надо же, вылитый отец!» Нам приятно, если кто-то замечает, что дети похожи на нас. Богу тоже хочется, чтобы его дети носили его образ и подобие, чтобы мы облеклись в нового человека, Ефесянам 4:24. Конечной целью нашей земной жизни Бог поставил не безмятежное удобство, а духовный рост. Святой, христоподобный характер. Каждому христианину Бог определил представлять Господа Иисуса здесь, на земле. Ему следует быть отображением Иисуса, показывая миру, каков Он. Это ставит каждого из нас перед вопросом: какую картину Христа отображаю я? Это побуждает к еще одному самокритичному вопросу. Если для людей единственная картина Христа есть та, которая им видима во мне, то что же они тогда видят? Еще кто-то выразил это так. У Бога есть добавление к имени. Его называют Богом Авраама, Исаака и Иакова, и Бог не стыдится называться их Богом. А что бы он подумал, если бы в добавление к своему имени он имел мое? Чарльз Свиндл однажды сказал: «Хотите вы этого или нет, но мир следит за нами с внимательностью чайки, высматривающей на мелководье креветку. За верующим постоянно ведется наблюдение. Это наш самый большой профессиональный риск. Когда же мы говорим о Господе и о жизни, которую Он нам предлагает, тогда все измеряется тем, что люди видят в нашей жизни. Всякое поведение, не отвечающий основному принципу «быть подобным Христу», дает его врагам повод для богохульства. И наоборот, святая жизнь вызывает в людях интерес к Богу. Джувит писал: «Люди могут превосходить тебя остротой своих аргументов. Ты можешь легко потерпеть поражение в интеллектуальных аргументациях, но аргументация спасенной и святой жизни неоспорима». В этой связи мне вспомнился один эпизод из Ветхого Завета. Речь пойдет о пророке Елисея. Эта история описана в 4 книге Царств, 4 главе, с 8 по 17 стих. Я процитирую только 9. «И сказала она, санамитянка, мужу своему: „Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой“». Речь идет о Елисее. Я восхищаюсь этой санамитянкой, прекрасный женский образ, красивый, но сегодня речь пойдет не о ней, о том, кого она назвала «человек Божий, святой». Заметьте, эти два определения, которыми санамитянка характеризовала Елисея, они по сути синонимы. Одно без другого не бывает. Довольно любопытный факт. Она дала такую точную характеристику Елисею, просто наблюдая за ним, когда он проходил мимо ее дома. Но самое интересное состояло в том, что она потянулась душой к этому святому Божьему человеку, не будучи знакомой с ним. Написано, она упросила его зайти на ужин, и потом он стал частым гостем в этом доме. Знаете, о чем я подумала, читая эту историю? Какой же все-таки силой располагает истинная святость?
Насколько же она красива и притягательна, чтобы так располагать к себе совершенно посторонних людей. Что-то было необычно в этом святом, что притягивало к себе. На этом история не заканчивается. Эта состоятельная женщина на знакомстве не остановилась. Она идет дальше. Ей хочется поместить где-то рядом с собой эту святость. И она приходит к мужу с очень смелым конструктивным предложением. А давай мы Елисею комнату построим и обставим, чтобы мог останавливаться там, когда будет приходить. И далее мы читаем, что Елисей бывал в этой семье, и, по-видимому, нередко, и не один, а со слугой Гиезием. А чуть позже в жизни этой удивительной женщины последовала серия Божьих чудес с участием Елисея. Мы уже отметили, что истинная святость всегда притягательна. Знаете, я не верю в святость, которая отпугивает и отвращает людей, которая им непонятна. Это вовсе не святость, а что-то другое. Здесь совершенно не так обстоит дело. Она располагает к себе сердца людей, но самое потрясающее в ней – она высвобождает Божью силу и творит чудеса в жизни людей, соприкоснувшихся с ней. Первое чудо в семье санамитянки – рождение ребенка, сына, когда об этом, по всей вероятности, даже и мечтать перестали. Чуть позже, через несколько лет, второе чудо – воскрешение этого же сына. И в этой одной четвертой главе мы найдем еще несколько сверхъестественных Божьих проявлений через Елисея. Бог творит реальные чудеса через него. А в чем секрет? Он Божий человек. Он святой. Неужели святость и в самом деле открывает такие возможности? Так оно и есть. Святой человек — это канал, он источник, через который Бог имеет возможность проявлять себя на земле. Это пример из Ветхого Завета. А в наши дни разве не аналогично обстоит дело? Самое ценное для Бога сегодня не христианин. Называющихся христианами так много. Настоящую же ценность для Бога представляет христианин святой. Что особенного в обычном верующем человеке? Он верует в Бога, так и бесы веруют. И трепещут. В демоническом мире он такой человек угрозы не представляет. Помните высказывание: «Дьявол не против того, чтобы мы исповедовали христианство, лишь бы не практиковали». А вот святой человек, послушный призванию, это находка для Бога, это настоящая ценность. И дьявол обрушивает все свои силы, яростно ополчается именно на такого христианина, который свят, который нашел свое призвание и старается максимально угодить Богу. Такой человек представляет опасность для него. Кто-то сказал: нет ничего более могущественного, чем человеческая жизнь, преданная в руки Бога. В Божьем святом человеке люди, по сути, видят самого Бога, который красив и благ. Святой образ жизни развязывает руки Богу и дает возможность проявить свою силу и славу. Помните изречение: мир должен увидеть, что Бог может сделать с для, через и в человеке, который полностью посвящает себя ему. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стихом, написано: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Вы когда-нибудь сравнивали себя с конвертиком, в котором находится письмо? А Слово Божье сравнивает. Что такое письмо? Это средство передачи информации. У каждого письма есть отправитель и получатель. Отправитель информирует о чем-то получателя, коммуницирует с ним. Если я письмо, отправитель и автор которого Христос, то с какой целью он послал его? Сообщить информацию о себе. А кто получатель? Все, кому попадет в руки это письмо. И моя задача — донести достоверную информацию об отправителе. Прежде чем окружающие вас люди признают авторитетность и достоверность Евангелия, они должны и желают прочесть его в вашей жизни, в достоверном письме Христовом, которым являетесь вы. Вот почему в Библии сказано:
Только живите достойно благовествования Христова. Филиппийцам 1:27. Живите достойно, живите свято, живите так, чтобы слова не расходились с делами. Это желание Бога. Делу христианства нанесено больше вреда со стороны его приверженцев, чем со стороны его противников, пишет Джеймс Спинг. Ибо мир часто сравнивает вероисповедание христианина с претворением его в жизнь. Они совершенно справедливо аргументируют, что если христианство является тем, что мы утверждаем, то оно служило бы отличительным признаком в жизни. Дети Божьи, вы слышите, люди мира считают, что ваше христианство должно быть связано с претворением его в жизнь. Оно должно отличать вас от других людей, выделять. Как-то об Уильяме Артноте один из его друзей сказал, его проповеди были хороши, его рукописи лучше, но лучше всего была его жизнь. А как насчет тебя? Что могут сказать о твоей жизни люди? Смог ли хоть кто-нибудь прочесть в ней письмо Христово? А что думает о ней Бог? Не скажет ли он тебе то же, что когда-то сказал Александр Великий, когда к нему привели солдата, не выполнившего приказания? «Как тебя зовут?» — спросил Александр. «Александр», — смутившись, отвечал солдат. «Александр? Тогда либо измени свое имя, либо поведение», — приказал император. «Бог свят. Он сотворил тебя по образу своему. А значит, он сотворил тебя для святости, чтобы показать миру себя. Насколько свята твоя жизнь? Легко проверить себя. Святость Елисея, какая она была? Как выглядит настоящая святость?» Со стороны, наблюдая за ним, люди видели, что человек Божий он, что это святой. Они понимали, что в нем есть что-то особенное, чего нет у них. Святость не может быть отталкивающей, она красива, она располагает к себе души людей, и они начинают подсознательно тянуться к Божьему человеку, потому что в нем видят самого Бога. Почему люди толпами и старый мал ходили за Иисусом и готовы были голодными слушать его? Ответ тот же. Он святой Божий. Тянутся ли к тебе истомленные души людей, не знающие Бога, или же обходят стороной? Если для них единственная картина Христа та, которую они видят в тебе, то задумайся, какого Христа они видят. Приятно ли Богу называть себя твоим Богом? Вы понимаете, как это важно и серьезно? Бог дал тебе неограниченные возможности влиять на свое окружение, творить Божьи чудеса в жизни людей, с которыми соприкасаешься. И все это посредством или при наличии святости, святого образа жизни. Мы уже говорили, святость развязывает руки Богу. Святой человек – это канал, через который действует и проявляет себя Бог. Но это еще не все. Те великие возможности, которыми Бог наделил святых и дивных своих на земле, далеко не исчерпывают его намерения относительно них. Он готовит им неописуемо величественный сюрприз. Поверьте, будет день и час, и он неумолимо приближается, когда на небе произойдет некое возвещение – раздастся голос архангела, мощно прозвучит Божья труба, сам Господь Иисус сойдет с неба за церковью невесты своей, но не на землю, вначале на облака, чтобы взять от земли своих. Представьте себе, мы будем восхищены на облаках, в светении Господу на воздухе, чтобы потом навеки прибыть с Ним. Сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в светении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4:15-17. Сейчас небеса содержат его, но скрывают. Но в тот день он станет видимым. Он придет в великолепии, силе и славе великой со своими могущественными ангелами, которые будут сопровождать его,
придавая неописуемую торжественность этому великому дню. Прежде чем совершить общение нечестивым и непокоряющимся Евангелию людям, Он восхитит Своих святых на облаках, в светении Господу на воздухе. Христиане удостоятся в благодати восхищения. За кем придет Христос на этот раз? Кого восхитит на облаках? С кем пожелает Он встретиться на воздухе? Послушайте, Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших. 2 Фессалоникийцам 1:10. «Мы не понимаем, — пишет Павел Билхаймер, — насколько величествен Божий замысел относительно спасенных людей, составляющих Церковь. Ведь, по сути, Христос вошел в поток человеческой истории только для того, чтобы создать Церковь, которую Он с любовью называет невестой, и затем ввести ее в свое Царство. Период существования мира, начиная с его сотворения, вплоть до наступления вечного века, есть фактический период подготовки Богом величайшего события — славного венчания Сына Божьего с невестой Церковью. Церковь разделит с Ним высшее достоинство и царскую власть в Его вечном Царстве. Об этом Иисус говорит так: «Отец ваш благоволил дать вам Царство» — Луки 12:32. Она в самом реальном смысле воцарится со Христом на Его троне, Церковь Христова. «Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем», — говорит Иисус. Откровение 3:21. Все, что предшествует этому славному событию, служит единственной Божьей цели — воспитать и подготовить к браку невесту. Желает ли твое сердце того же — подготовиться достойно ко встрече со Христом? Знаете, для кого будет второе пришествие Его? Послушайте, Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9:28. Христос во второй раз явится для ожидающих Его. Это по тексту. Вам доводилось когда-нибудь ожидать гостей? В чем выражалось это ожидание? Просто сидите, руки сложили, ждете, на часы поглядывая. Совсем не так проходит ожидание. Вам присесть некогда, метете, моете, готовите, накрываете столы. Достойно встретить гостей хочется. К такому же активному ожиданию Господа мотивирует христиан-апостол Петр, предсказывая события, которыми будет сопровождаться пришествие Дня Господня. Он говорит: «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» 2 Петра 3:11-12. Он говорит, что ожидание, желанное ожидание, будет сильной мотивацией для соответствующей подготовки и найдет свое выражение в святой жизни и благочестии. А если вы не стремитесь к святости, не стараетесь иметь ее, значит, вы не ждете своего Господа. А это, в свою очередь, значит, что вы и не увидите Его. Тот великий день восхищения. О, как же нам всем, без исключения, захочется быть святыми. Мы более всего пожелаем святости, но тогда это будет уже ни к чему. Сегодня ищите ее, желайте ее, стяжайте ее. Девизом жизни сегодня пусть станет заповедь: «Будьте святы, потому что Я свят». Тихое небо, пурпурный закат, хочется словом ударить в набат. Мир заторможен, и люди как лед. Слушайте, слушайте, Царь ваш идет. Сквозь завывания снежной пурги, вот раз.
раздаются Господни шаги. Встаньте сегодня, кто ждать не устал, в славе небесной встречайте Христа. Встань, кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке наш Назарей. Встань, кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке наш Назарей. Встань, кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке наш Назарей. Встань, кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке наш Назарей. Встань, кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке наш Назарей. Заповедь закона Божьего, о котором мы хотим поговорить сегодня, общеизвестна. Во всяком случае, если спросить любого встречного на улице, какую Божью заповедь он помнит, то большая вероятность, что он назовет именно пятую – «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Один мой знакомый как-то сказал, родители, как и все источники питания, имеют свой плюс и минус. Он пошутил. Но весьма удачно и корректно. Проблема отцов и детей существовала везде, где есть старшие и младшие. Одни очень много знают об этой жизни и свято чтят веками отшлифованные устои и традиции. Другие рвутся вперед и, съезжая с намеченной родителями колеи, создают нечто свое, новое. Проблема одних в том, что они обладают властью решать и делать выбор, но зачастую злоупотребляют ею, не утруждаясь таким пустяком, как демократия, и игнорируют выработку личного опыта. Извечная же проблема других состоит в том, что, усвоив теорию или думая, что ее усвоили, они пытаются жить как взрослые, по правилам взрослого мира. Но этот мир жесток и не прощает наивности и дилетантства. Первые злоупотребляют властью, вторым недостает опыта и понимания жизни. А она намного запутаннее и сложнее, чем описано в книгах. Так было всегда, и так будет до тех пор, пока Бог однажды не остановит течение лет жизни человеческой и не вмешается в нашу историю. А пока мы живем в ожидании этого удивительного для одних и непонятного для других события – пришествия Христова, давайте разберем такой отвратительный феномен, как конфликт родителей и детей. От чего возникают конфликты? История конфликтов весьма разнообразна и многогранна. Конфликт возникает всегда, когда нарушалось чье-либо право на место возле кормушки жизни. Если отбросить всю ту мишуру терминов, за которой мы, люди, скрываем истинную причину ссоры,
то ответ лежит на самой поверхности нашего сознания. Мы ссоримся от того, что желаем, хотим, вожделеем. Назовите это как угодно, смысл от этого не изменится. Желаем того, что нам приятно и необходимо, и без чего мы не мыслим нашей жизни. Именно об этом писал брат Иисуса, апостол Иаков. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как точно подмечено, у истоков любого конфликта лежит противоречие желаний двух или более людей. Абсолютно все родители одержимы идеей уберечь свое ненаглядное чадо от ошибок, не в меру бурной молодости или тлетворного влияния современности и греха. И тут, как говорится, все методы хороши. Родители ради великой цели загоняют своих чад в ковчег спасения и не жалеют ни розги, ни запугиваний, только бы и они избежали горькой участи или, напротив, повторили ошеломляющий успех и карьеру папы и мамы. Дети же, напротив, хотят жить своей жизнью, так как они ее понимают. И пусть даже в глубине души они видят, что родители правы, невозможно удержаться от того, чтобы не провести эксперимент и не попытать счастья в жизни. А вдруг получится не так, как у родителей? Но, как всегда, истина и о вражде прячет от нас свой лик где-то посередине, ошибаются и те, и другие. Родители в своей чрезмерной заботе, а дети в своем фанатичном поклонении свободе и независимости. Библия изобилует примерами противостояния родителей и детей. Самое распространенное из них – это конфликт царя Давида и его сына Авессалома. Даже взгляда достаточно, чтобы обнаружить семена бунта в юности принца. Он был очень гордым. Его юность была трудной и наполненной предательствами и убийствами. Однажды Авессалом отошел от своего отца и восстановил против него врагов, окрасив свою неприязнь и непослушание в красивый цвет революции. Согласитесь, главное в любом конфликте – идеология. У кого красивее и благороднее легенда, тот и становится победителем в противостоянии в общественном мнении. Согласитесь, подсознательно мы становимся на сторону тех, кто кажется нам слабым и немощным. Молодой Авессалом добился того, что отец вынужден был бежать из столицы и терпеть поражение за поражением, пока однажды не пришло возмездие, обещанное законом Божьим, и, поднявший руку на отца, сам погиб позорной смертью. Потому что эта прекрасная заповедь содержит условное обетование, обещание Бога. Условное, значит, оно исполняется при некотором условии. Таких Божьих обещаний, когда для получения благословения нужно что-то изменить в своей жизни, в Библии довольно много. К сожалению, сегодняшнее общество, как и у нас, так и во многих других цивилизованных странах, не может похвастаться тем, что людей пожилого возраста почитают. И следствие этого многие проблемы, которые переживают пожилые люди. Но все мы состаримся. Какова тогда будет наша жизнь? То, что мы отдаем другим, всегда возвращается к нам. Это библейский принцип. Об этом же говорит Иисус в Золотом правиле. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это справедливо во всем, но особенно важно в отношении наших родителей. К сожалению, современная цивилизация во многом разрушила родовой уклад жизни человека. Поэтому растет поколение людей, которые не знают своих корней и не испытывают почтения к своим родителям и пожилым родственникам. А кто может научить жизни и вере детей и молодежь, если не родители и более пожилые члены семьи, бабушки и дедушки? Откуда молодежи научиться мудрости жизни? Человеческая жизнь слишком коротка и уязвима, чтобы каждый раз делать ошибки самому, а не учиться на опыте близких. Эта заповедь намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Окружите почтением и любовью ваших близких, и через это вам откроется очень многое в жизни и вере. Но тем не менее, все же дайте детям возможность
совершать ошибки и упасть, изранив себя до крови. И ваши дети, в свою очередь, тоже будут слушать вас и не попадут во многие ловушки, которые встретятся на их жизненном пути. Не подумайте, что я не понимаю всю горечь своих слов. У меня растет двое детей, и однажды я должен буду отпустить их на свободу. Дать им право верить или не верить, любить или ненавидеть, быть плохими или добрыми. Это в нашей власти. Дайте им свободу, но при этом покажите образец веры и целомудрия. И ваши дети, если даже и уйдут из дома, подобно блудному сыну, то и ему же подобно, придя в себя у свиного корыта, вновь постучат в ваш дом. В этом и есть великая тайна благодати – любить и отпускать на свободу. Эта заповедь – чудесное обетование, и оно реально исполняется в жизни. Попробуйте, это никогда не поздно сделать. В почитании старших рождаются почитание и веры в Бога, ведь Он наш Отец. Привыкнув уважать и слушать родителей, дети будут слушать Бога. Но вернемся к слову «почтение», которое употреблено в заповеди. Что оно означает? Что подразумевает в себе процесс или форма почитания? Снисхождение или раболепное послушание, или еще какой-нибудь реверанс покорности? В Ветхом Завете почитание подразумевало признание чьей-либо весомости и значимости, право за человеком последнего слова или действия. Послушание и смирение были одной из распространенных форм выражения почтения и уважения к родителям. Так, например, сын не мог поднять руку на отца или мать, но при этом и мудрый отец не посмел бы ударить совершеннолетнего сына, как бы тот ни был виноват. Почтение к родителям подразумевает уважение не столько к уму того, кого тебе надлежит почтить, сколько дань уважения к тем, кто тебя родил и воспитал, лишь только потому, что они твои родители. Почтение, о котором говорит заповедь, невозможно заслужить или доказать на нее право. Богом оно дается отцу и матери однажды, на том простом основании, что они родители. И потому родители не могут ни делами, ни словами лишить себя этого почтения. Об этом необходимо помнить всем детям, как большим, так и маленьким. И в заключении. Когда я думаю о правильных отношениях между детьми и родителями, я вспоминаю о письмах, которые мне удалось прочитать тайком от их хозяина. Они были написаны одним писателем, редактором столичного журнала своей старушки-матери, живущей в глубокой провинции. Вот одно из них. «С днем рождения, моя дорогая и милая. Прости, что я так долго не писал. Очень много работы. Прости меня, что так мало теплых слов было в последней поздравительной открытке. Странно. Говорить и писать красиво – это моя работа, и я делаю ее превосходно. Но только сейчас я поймал себя на мысли, что знаю не меньше десятка способов описать твои глаза и волосы. Я могу рассказать о том, как ты красива, и каждое мое слово будет иметь вес и ценность. Как ценны мои слова? Ведь я получаю деньги за каждый печатный символ, и ты не представляешь, сколько я их набиваю на день на своем компьютере. Прости, что, описывая вымышленных людей – и тех, кто недостоин даже твоего взгляда, я забыл поздравить тебя с такой важной датой, с днем твоего рождения. И не подобрал простого и бесплатного, но такого необходимого и тебе, и мне слова любви и нежности. Порой мне кажется, что твои старческие проблемы мне неинтересны, и что разговоры о бабушках-подружках и коммунальных проблемах, странных соседях – это пустое времяпровождение. Каюсь, я так думал. Прости. Я слушаю тебя, и ты дороже мне любой звезды на светской вечеринке, любого скандального политика и информатора, потому что ты моя мама. Это письмо я нашел в письменном столе, откуда и взлёг его. Он складывал вчетверо свои послания, клал их в конверт и прятал в шкаф. Нет, он не отправлял их по адресату. Тот, кто мог бы получить это письмо, уже давно умер и покоился на забытом поросшем бурьяном кладбище. Он это делал потому, что наконец-то понял, нет ничего ценнее отношений родителей и детей. И он захотел восстановить эти отношения, пусть даже поздно, пусть даже тогда, когда родителей уже не было в живых. Ведь что может быть важнее общения Творца
со своим творением, когда мудрость минувших лет передается предшествующим на смену поколению, а когда этот установленный Богом ритм нарушается, тогда уже начинаются конфликты. Что может быть важнее общения Творца со своим творением, когда мудрость минувших лет передается пришедшему на смену поколению, а когда этот установленный Богом ритм нарушается, тогда начинаются конфликты. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».
Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona@hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!